Причини вред моему ребенку. Вы причини вред моему ребенку. Вот замечательные мужики, которые ребенка инвалида удерживают. Скажите, вы что говорите, женщина? Андрюш, ты сильно задыхаешься? Ну да, инкогда. Сколько тебя не выпускали они из машины? Я не знаю. Почему они не позвонили матери? Андрей! Они, видишь, тут на публику играют. На публику играют, да? Не на публику, на публику. Ну помогай, телевизор снимай. Я уже вызвала и скорую, и все. Андрей, сколько они тебя удерживали? Телевизор снимай. Андрей, сколько они тебя удерживали? Женщина, вы меня как задержали, поясните. Так и не упускали никого. Андрей, почему не позвонили родителям? Почему они не предложили матери тоже позвонить? Тоже понес, тоже. Чего тут на самом деле? Они тебе предлагали маме позвонить? Спрашивай телефон. Вы будете оказывать или снимать я видео? Я оказала, я ему дала ингалятор, мужчина. Скажите, пожалуйста, вашу бляшку, ваш номер. То есть пожалуйста. Вы ребенку даже не оказали никакой помощи. Замечательно. Андрей, кто тебя хватал? Расскажи. Он. Кто тебя на землю клал? Он меня задержал. Вот этот вот, да? Бляшку вашу покажите, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Вы удерживали моего ребенка. Представьтесь, пожалуйста. Вы я задержали... имел то основание остановить его, понимаете? Но... Хорошо. Ваш номер. Представьте, пожалуйста. Он говорит, что вы его удерживали, клали на пол и не просили. Почему? Почему мужчина, никто из вас не попытался родителей установить, вызвать? Почему вы не дали ему позвонить матери? Ему сразу сказали, машину сейчас сказал маме. Я ему сказал, звони родителям. Почему? Почему он сидел, задыхался у вас в машине, вы ему помощь не оказали? Почему вы ему помощь не оказали? Угрожая жизни, здоровью граждан. Почему вы поставили его жизнь под вопрос? А почему он жизнь не ставил граждан мирно? Он кому принес вред, кроме своего автомобиля? Моего автомобиля, кому он нанес? Слава богу, что никого не сбил. Вот чему радоваться надо. Вы, а вы за машину я его нашла, смотрите, я пришла сюда, я нашла сама своего ребенка. Вы не вызвали его родителей. Какие, если вы задержите несовершеннолетнего? Я вызову вам сюда. Меня никто не звал. Я пришла, потому что я из больницы шла. Так мы его сюда пока привели, он сразу позвонил вам. Нет, он мне не звонил, нет звонка. Он мне не звонил, вы обманываете. Вы не разрешили позвонить, у меня не было никаких звонков. У меня я возьму распечатку. Я не знаю, что за человек, во-первых, что мне говорить. Почему вы не выпускали? Я подошла, говорю, выпусти из машины, он задыхался. Почему вы не отпустили ребенка из машины? Почему вы не выпустили ребенка из автомобиля? Задержан на данный момент, надо, понимаете? Почему вы не позвонили мне? Он сказал, что он малолетка. Почему вы не позвонили матери? А где телефон у него? Он нам давал его, что ли? Он задыхался, сидел, он не мог. Он задыхался. Я откуда знаю, что он болеет? А он бегал, знаете, он, я бы не сказал, что он даже болеет. Он бегает лихо, бегает. Даже я его не догнал. Пока он сам не упал уже, суставку в магазине не забежал. Вот в чем дело. Или вам видео показать, как он отбежал по машине? А? Покажете, в полиции покажете. Нет, в этом как, полиции покажете. Напротив, это пионер магазин. Андрей, тебе как руки заламывали? Ну, за спину? Да. Наручники одевали на тебя? Нет. Просто тебя держали. Сколько человек тебя держало? Один. Ты сказал, что ты малолетка? Ну, когда начали расспрашивать, сказал. Ты сказал, что ты болеешь астмой? Нет. И ДЦП? Ты сказал, ты видно было, что ты задыхаешь? Но сейчас не видно, что ты задыхаешь, сидишь. Правильно, он бежал, сколько я тоже задохнусь, как его, он. Я его еле даже не догнал. Почему, когда я подошла, вы не выпустили? Я говорила, моему ребенку нужна помощь, выпустите из машины. Вы сидели здесь. А какая здесь? Помощь нужна была вообще? Какая помощь? Ингалятор, ребенок бронхиальная астма. А что вы сразу сказали? Я сказала, ребенку нужна помощь. Я в шоке была, я увидела, что он задыхается, сидит. То есть вы много чего нарушили, молодые ну люди. Что, да, да, мой например. Сын нарушил. Вы не установили его родителей, вы ну, не позвонили мне. В общем, мы все нарушили, а вы не нарушили, да? Я лично ничего не нарушила. Ребенок взял мы вам вообще никаких претензий, я вообще ничего не нарушил. Я ничего не нарушил. Я видела, что мой ребенок избит и задыхается. А вы где он избит? Вы ему заламывали руки, вы к ребенку 14 так он сам лет. Лег уже на пол, лежал у меня, понимаете? Он сдался же мне. Я он не сдался, он упал. Ребенок болен, у него нарушена моторика, у ребенка ДЦП, бронхиальная конечно, астма. Конечно, он упал, уже в магазин забежал и лег при мне, все, он сдался сам уже, понимаете? Он не сдался, нет? Он упал. Он не сдался, он упал. То есть вы такой герой, вы задержали больного ребенка. Вы герой, конечно. Почему же вы не представляетесь? Старшина полиции, Афиногенов. Замечательно. Все?